торговом зале целый отдел с лакомствами. Шоколад, конфеты, печенье, вафли. Халва занимает небольшую часть прилавка. Именно здесь специалисты Центра гигиены обнаружили, как позже выяснилось, опасную для здоровья сладость. Инспекторы Центра гигиены и эпидемиологии пришли в магазин Горького с плановой проверкой и взяли на исследование несколько товаров, в том числе халву «Принцов Персия». Лаборанты обнаружили в образце превышение высокотоксичного металла. По результатам лабораторных исследований было выявлено несоответствие по содержанию кадмия в контрольном образце при фактическом значении 0,12, а при нормативе 0,1. При употреблении в пищу такой продукт может вызвать серьезное отравление, но лишь в больших количествах, отметили эксперты. Предписание об изъятии из обращения неликвида не выносилось. Партию к моменту готовности результатов исследования убрали с полок. В данный момент она, конечно, не реализуется в нашей торговой точке. Продают другую с арахисом в шоколаде, российскую и отечественную. Халву «Принцов Персия» выпускают в России на фабрике в Барнауле. Специалисты Бобруйского центра гигиены проинформировали импортера о некачественном продукте. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.